Вот мы сегодня перед обедом, 22 июня. Я помню. Давай. Куда расплатить? Это Леонила дала петрушку, потом дала это как капуста, что она называется? Кинзу. А? Кинзу дала еще. Кинза еще. Не знаю. И потом это укроп и листья такие лапу. Что она такая? Как капуста, вот. Салат. 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 Вот, казалось, у мусульман слово салат означает другое совсем. Ну вот сколько. Здесь крапива. Крапива двудомная. Здесь же находится одуванчик. Много. Репей. Листья редиски. Свежий чеснок. Лук. Лук. Перо. И сейчас он добавил сколько? Больше 10 компонентов. Мы сейчас ели. Позвонила мне Леонила, что вы пришли и Жимова забрали у меня. Ну мы забрали. Она не берет никакого. Он стоит кастрюлька, Галя, под обозимой. Галя, кастрюлька под зимой. Это моя неприкасаемая. Давайте вот это вот. Так вот сюда перекладывайте, остальное мы на стол. Я успел уже приехать, когда они выходили за ворота. И мы сразу отправились. Ну правда, когда набрали, а на ягоды не берешь, набираешь, и ничего не надо. Мы решили, я сказал, не Аниле отдать, а потом батюшке. А батюшки нет дома. А он встретился, она ехал на велосипеде с собакой. И он говорит, я каждый день ем ее, у меня есть, не надо мне. Ну вот тогда дело другое. Я говорю, мы прошли-то зачем? За благословением. На стол нам надо. Пожалуйста, на стол. Вот смотрите, здесь на сколько, никогда с этого не было. Это салат люблю, Никита. Так пахнет салат. Не подумай ничего. Кинза. Плохами пахнет только нет, салат. Нет, кинза. Это запах как будто кинза. Это духовки какие-то такие, как они все долго. Это вкусно. Виталий. Спаси Господи вас за все. Слава Иисусу. На сегодня. Вечная слава. Аминь. Все. Привет. За стол. Нет, это не уронили, он здесь там и стоял. Ну они вот его разбросали. Нет, ну поднимите, значит. Ну поднимите, батюшки, поставь сюда, пожалуйста. Меня так толкнули. Опять начинается. Меня так толкнули. Нет, где меня в голову ударили? Да уже второй час. Вы третий, блядь. Третий час. Третий час уже. Кто-то на вас есть. Молодцы. Никого нет. Где-то моя кофта. Не знаю. Там, кажется, моя кофта на улице просто. А где моя кофта? Пошли помыться, Марина. Пойдем помыться. Любую кофту одевай. Господи, слава Тебе. Боже всемогущий, благодарим Тебя. Милости Твоя полна земля, и мы это видим с раннего утра до позднего вечера. Твоя всемогущая десница защищает нас, хвала Тебе. Не остави сирых Твоих. Благослови нас, Господи, ибо мы живем Твоим благословением, и Ты даешь все с избытком. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Так, кто старше был на прополке? Докладывайте. Ну, работали по мере сил, были жалобы от детей. Ну, давайте жалобу, выходите. Ну, выходи сюда. Что за жалобу? Так, в чем дело? Что за жалобу? Говори.
Меня кинули кусок земли. Тебя тоже кусок земли в тебя кинули. Комок. Комочек, да? Затянут. Вот такой. Потом? Потом я... Ну, кто я кинул? Тарас. Ты это видела? Я кинул. Кто кинул? Ты? Ну, хорошо, что сознался. Так, а зачем ты кинул? Она потому что кинула в Колю. Ты в Колю кидала? Ну, с самого начала же ты меня кинул. А ты в то Колю кидала? Не, да. Не шарься там. В Колю кидала? Да. А зачем? Потому что он постоянно во всех кидается. Я вообще не кидала. Это я верю в это. Он первый вырывается вперед, когда идут, и когда где-то на что-то на еду. Он, запас энергии у него есть, он не тратил ее на работе. Но тебе зачем было отвечать-то ему этим? Есть такая поговорка. Ты зачем меня ударил кирпичиной по плечу? А я зато тебя ударил. Познакомиться хочу. Оказалось, что знакомиться не с кем, лежит молодой труп. Ну и так. Знакомься здесь. Хорошая девочка. Знакомься с ним. Хороший парень. Это разрешается. Вместе молиться, слово Божие читать. Друг другу пальцами прикасаться. А то у нас запрещено. Ты знаешь? А вы снимите с себя эту... Что вы толкетесь, старухи? Я с самого утра хожу. Сегодня два раза на костер тележки отвез босиком. Полные тележки отвезли. С Ваней, с Сепросиней. Втроем. Нагрузили, на костер отвезли. Завтра костер уже. Так, и как этот конфликт можно было решить? Не отвечать. Ну, коснулось и все. Вот я вам рассказываю. Я служил в армии. Ты знаешь, что армия военная? Да. А у них вот здесь вот на погонах делается, ну, какой-то машина, это машинном отделении, машинка маленькая. У нас была пушечки, ракетные войска. И они, там копеечное дело. И вот здесь, если ты стоишь втроем, он проходит, а у тебя нету. А почему нету? Ну, нету. Наряд не очереди. То есть пойдут все смотреть кино, а ты будешь картошку чистить. И тогда, когда... А ты же мокрый, шинели вешает, и там друг у друга снимает, и себе... У него нет нарушения, у другого. А другой говорит, было я вешал, а сейчас нету. Не разговаривай. Какой выход? Я сразу понял, конца края никакого не будет. Поэтому я сразу пошел в киоск военный и купил этих пушечек, я не знаю, 20 или полста. А вытаскивать часто. У меня вытащили, я за другими не смотрю, я сразу вытащил, поставил, все, дальше прекратилось. Еще опять, ну, каждый день у меня не вытаскивают, а друг у друга вот так вот. Я опять, и почти прекратилось, все. И копейки какие-то отдал, они дешевые такие знаки, эмблема. Ты могла это сделать. Второй раз кидал. Первый-то кто-то начинал кидать. Да и зачем его первого искать? Ты второй или третий виноват и все. Слепой слепого ведет, а оба упадут в яму. Оба одинаковы. Так что не надо было этого делать. И конфликт не возник бы даже. А ты посмотрела на него и все. Работа идет, знакомиться не надо. Знакомься с картошкой, с колорадским жучком. Все смешно. Это природа. Смотрите, вины вашей в этом большой нету, но не надо так делать. Хорошо, что сознался. А обычно как? Кто сделал? Он стоит и мысленно вот так вот за задницу ухватился, все, чтобы только не наказали. Это везде. Вот и вышел. Я помню, в школе было, я схожу на охоту, а урок-то не вышел. Случалось такое, редко-редко, но... Ой, как бы учительница не узнала, я сижу, замираю. Ой, как бы она не спросила меня. А там а Сашка, верба, ну здесь был верба, это ветка верба, это фамилия такая. Он встает, Екатерина Никаноровна, я ходил на охоту и не выучил урок сам. Садись, кол это единица, кол как забивать-то. Я на него смотрю, у вас вот это да, вот это смелость. Мне никогда так не сказать. Я понимал, что я не такой. Понятно? Вот. А когда дальше, то зачем было вылазить? Спросят двоечки. Так я трясусь из-за этой двойки, 5 пятерок получу после этого. А вон Русал, я не выучил, а завтра отвечает, у него на 5 умный пацан. Видите, лучше сделал так, разбил сразу. Вот у меня тут есть двое. В окно ударили, шибко выпало, стекло в дребезги. Кто там был?
Наталья, с кем она была? Калиной. Со мной. Сразу сознались. Стекло долой, я пошел, фанерку нашел, выпрямил, доставил. Молодцы. Не стали хвататься за опасное место. Вот так. Эти-то меня больше интересуют, хлопцы. Вот сейчас брали, и Илюша непрерывно наберет горсточку, положит. Коля нигде нет, потеряли. Коля вдруг забыл математику. Я сказал, сись по 10, 30 ягодок, а потом добавил, ладно, еще по 50, а остальное ложите. Коля ни разу не подошел, где? А я забыл считать, сколько съел. Он забыл и не виноват. А съел их он 250. Вид-то нагрели, посмотрите. 250, они маленькие. Такие интересные ягодки, они на ягодки не похожи. Они падают. Покажи, жимолость. Я подошел сразу к хозяйке, которая позвонила, Глушкова, мне Анила Александровна, чтобы я пришел туда. Ну, я поехал, а вы уходите. Я ползал там возле ограды, крапиву рубал. Вот на таком расстоянии от меня матушка идет и не видит, что я ползаю здесь. Я поздоровался, она от меня в сторону. Она вообще ничего не видит, слепая. Я говорю, слепой, вот этот глухой встретились и подружились. А эти выходят, я их остановил, пошли. Теперь не они ли дает, а не берет. Я говорю, твой огород, ты пригласила, обязательно возьми. И она никак, горсть берет, нет, пошли стакан. Так, вот у них родители здесь. Им дать, может, там, кружку или две. Там их сестренка есть, пусть они отнесут. Сразу положите, да. Степочка тоже просит. Я говорю, ну, да? Степочка тоже просит родителям отнести. Разрешите тоже, да? Ему кружку и девочкам тоже, кружку. Тоже дать, потому что остальные все здесь. Степа много мотался вокруг, его не видать, брал, не брал, но я его закрепил. Брал, клал он. Клал, да. Угу. Так, вот будем ходить за клубникой, запомните, по кружке полной, чтобы с горкой было, вы отдаете у кого ведро, ведро. Если ты мало собрал, мало получишь за столом. У нас рекордсмены были, Валя Дорогла Шадрина, у него вот это живет, Надежда Васильевна, родная сестра, научила, она берет как машину, но она сейчас... Ее нету, она замуж, видно, вышла, да? Вот. А кружку за кружкой только отдать. Клубнику там по ягодке собирать, это не яблоки. Так, к слову сказать, яблоки прислали. Я сегодня заметил, их режут. Прошу, ничего не резать без моего согласия. Яблоков не хватает пополам. Целые яблоки должны видеть. Никогда не режьте. Никогда, ни здесь, нигде. Этого не надо делать. Не надо мне доказывать ничего, отдайте. А вы ешьте так, чтобы оставались одни только бутыльки, на чем висит, и семечки. Аккуратно съедайте. Нам прислали. Не знаем кто. Вот вчера мне опять звонок какой-то взял, телефон. Смотрю, вам перечислен Билан 500 рублей. По сей день не знаю, кто мне перечисляет. Вот лето кончится, 1008 накидает. И вдруг вечером одна звонит. А вы получили деньги? Оказывается, она участвует в наших молитвах. Она приезжала, у меня даже книги брала. У ней сын. Сын. Звать его Владислав. Работать не хотел. Вырос, кажется, 28 лет. Помолитесь за него. Вообще не работает, ничего нигде не делает. Сидит на мамкиной шее. А мамку звать Надежда. Понятно, почему я так бьюсь за вас? Чтобы научить работать. Вы много знаете. Вот это знать, это фактически все главное из Библии ты узнал. Работать надо. Ты чтобы работу искал. Я Ване сегодня говорил. Ваня работник, а мозгами нисколько не хочет работать. Что не скажешь, он прыгать будет, перепрыгнет через тележку, у него это есть. А подойди сюда, он куда-то в другую сторону тянет. Почему? Двойка. Вот этот возраст вам дан для того, чтобы вы развивали вот это серое вещество, как японцы говорят. И тогда у вас все будет. Сегодня сходите с Ливией, прямо отсюда, как она выйдет, и пробыть там с ней урок и вернуться сюда, потратить время. Сохранить это на память. А ты самое любимое произведение проиграешь, мы это выставим. Видите, сегодня у нас какие подвижки есть. Положительные у Илюши. Говорят, чаще хвалите. Такого нету. Чаще наказывайте есть. Такое в Библии написано. Опять рот вот так вот стернет куда-то до ушей. Не надо это. Не крути губами, вот так заворачивай, где. Мы здесь оставались одни и работали, думали о вас. Я подумал, что пошли на этот огород. Смотрю на качели, ни разу нету. Я спрашиваю Володю или Никиту, хоть раз выходили, нет? 45
15 отдых. Птенящих пусть зайдут, попьют, где бы ни были. Прошу это не нарушать. Строго держать. 45 и 15. Все. Хороший у нас день. Дядя Володя тут уродуется со старым садом. Отпиливает, убирает. И, ну, все пределы. Как надо. Никита что-то там занялся. Ты, Никита, свободен. Свободи только и занимайся своим домом. Главное, мы все сделали, людей пристроили. Все у нас идет как надо. Так, кто-то что-то где-то бросил, стерите, сотрите в памяти. Ничего этого не было. Просто не было, не запомнил. И где-то мимо этот комочек пролетел. Не на всякое слово обращаю внимание. Не на каждый комочек жалобу. Ну, было. Это что ты сам знаешь, где-то кидал. Все за стол. Говорили, значки особо есть в военных войсках. А что означает колесо с крылышками? А, да, да. На машинах есть. На машинах. Ты не дежурная. А вы что сели за стол? Не дежурите, вставайте. Я самое главное. Держите. Вот такое дело. Дальше начали разговаривать. Я сказал, вот это сидим, двое только так полегли. Еще мне надо морковку сесть. Ешьте морковку, я не ездите, не будете доедать свои кушать. Я не буду разбираться, чей кашу. Садись на своем девушка, садись. Чай. На, заказ. Тихо, разговоры. Какие начались-то у вас разговоры? Прекратили все. Морковку подели, сливи, и он что-то сливает на троих. Мы сидим здесь, я поднимаю руку, они не видят. Завтра никогда этого не было, знаете. Я просьба, сказали, так что каждому чашку заглядывать. Сейчас я буду заглядывать каждому, можете руки не поднимать. Вот первое только поднять, дальше будет судья, кто же вас будет. Так, половинка, по половинке. Никите. Это Вика там? Дядя Володя. Нет. Вика, вижу. Так, поднимите еще раз, половинка. Раз, два. Еще один, первая только, первая. Две половинки, первого. Так, давай еще раз. По одной носить надо. Я знаю, давай, еще. И нельзя, мне можно. Хорошо. Вам так, поднимите руки, кто половинка просил? Так, поднимайте руки, кому первая половина? Да им всем половина. Ой, вот. Любому. Так, раз, два, три, четыре. И пять штук по половине. Так вы мальчикам несите сперва. Так, мальчикам несу, если давай. Если вы не доедите кусочки, я вас заставлю спину девочкам. Слушайте, безмолвно исполняли. Вы делаете свое дело. Ага, так скажу. Так, тебе полную дать? Полную одну. Побольше, главное, еще тут бедно больно. Жители. Тут, кажется, 8 компонентов. Я буду сейчас перечислять, а вот узнаете, что. Репей, одуванчик, крапива, это 3, редиска, 4, свекла 5, лук 6, чеснок 7, петрушка 8, салат 9, укроп 10. Вот сколько здесь всего лежит. В зелени в этой перетолщенной. Так, половинки. Половинки давай. Сейчас я дам. Суп хороший. Целые берите, большие такие. Целые дать? Нет. Тоже половинку. Вот показывай половинку.
Ну, а чем показывают две вещи? Это Фроси. Правильно, Фроси работала будет хорошо. Фроси работает замечательно. Наташа, а вот теперь я буду заглядывать каждому чашке. За что дальше разговор и был. Первое поднимать, первое только, а второе поднимать не надо. Я должен ходить по рядам, смотреть, где пустая чашка. На второй, дети, вам манная каша, в горошком горошнице. Если каша никогда не станет, то все горошница. Так, второй. Второй, давай. Вижу, ребята, смотри. Я хожу, пустые чашки. Ты что, смотри, чашки пустые. Вот, кстати, я хожу и смотрю. Смотрите, смотрите. Так, полный второй. Так, каша. Одна полная. Вытекли. Вторая половинка. Подождите. Хорошо. Мне пробегал целиком приготовил. А рыбы ему не надо? Ну, в манную кашу, что ли? Ниоткуда знаю. Нет, я спрашиваю. Не надо. Дети, кому нужно будет рыбу, говорите второе. Там дежурному. Второе. После манной каши. Ваня, серьезно говорю. Активно я по-разному. Рыбка ему хорошая, да, Таня. Так, если яблоки есть, принесите все яблоки, разрежьте. Яблоки разрежьте или нет? Бумажку не кидите с вами, я компания. Да, еще бумажку. Молоком? Это плохо. Бумажку? Так, второе. Тарасия, второе. Половинки или целые красивые? Полную. Полную? Подождите, это не полная. Не выхватывайте. Сарася, пожалуйста. Так, быстро доедай. Проклятый, плохо ешь, хуже всех. Так, второе, кому? Марина, тебе горох или Марина? Сейчас, Марина, сейчас. Где дружин? Дети, кто после манки хочет покушать рыбу, сообщайте колпачки дежурным. Это Фроси? Фроси. С кем-то поделились, больно много. Она все съест. Рыбу будете, покушаем. Второе. Половинку второго. Второе, Наталья. Половинку. Наталья. Горох тебе или нам? Горох. Маленький. Салатик. Илья, у тебя чашка свесилась со стола. Давай аккуратно, сестры. Косточки лицо. Валерия, опять наклоняешься. Газетку надо. А газетку раздать? Так, второе. Не надо ничего. Второе, кому? Галя, дежурному газетку. Так, подожди, второе. Все, Тихо. Что за разговор? Второе, просто каждый покажет хорошо. А четвертое. Четвертая ягода. И пирог. Второе, да? Нет, четвертая.
Они не хотят второе, им сразу четвертое надо. Да ну. А что, ну вы разрешили? Вот маленько покушайте, ложку положите. Вы разрешали. Одному разрешил один раз, и все, больше не разрешаю. Не надо хлопать, зачем судишь-то? Все. С любовью делать, спешать не надо. А газетку для костей? Второе, ложечку. Дай. Газетку вас просят для костей. Так что ну... Газетку для костей. А где они? На мне. Вон они. На окошке. Там их видишь? Вон они. Ты их там видишь? Я вам нарежу, будет вот так, держи. Где? На газетке. Так, второе, кому еще? Вон они. Сидите молча. Тут такой порядок. Никаких четвертых. Сначала не на что. Тарасик. Они на кухне едят. Вот ложку ему положи. Один раз сказал, зато цепились. Это неправильно. Ты все еще с первым сидишь. Так, второе, кому не подали, поднимите руку. Половинка просит. Так, кому второе еще не дали? Второе половина, двое. На четвертое даже не поднимайте руку, второе. Второе. Учись, учись, я говорю. Учись? Никакой так пол. Я пальцы видела. Давай, давай. Я... Все, несите. Пальцы я видела. Второе, кому не дали еще? Поднимите руку. Вон, смотрите, руку поднимаю. Вон, двое. Ну, поднимаешь да, руку. Так, ты не брал второе? Брал. Дали по-вашему. Так. Галя, горошинку положи. Коля. Горошинку попроси. Коля, давай. Горошинку хочу. Ну, стойте, я салат. А рыбку будешь? Так, давай, Коля, быстро, не отставай. Этот первый ест, никакого больше ему не надо, все. Так, второе поели? Тебе второе давали? А где третье? Третье что? Пирог и ягода. Ну, начнем с какого края? Пирог и ягода. Давайте, у кого в чашке просты? Так, левая у меня крося. Правая да, ягоду будет? Нет, да, да, нее да. С ягод, с кустами. Третья. Две не брать, я беру, потому что я знаю. Это левая просьба. Дети здоровы, все животики ни у кого не болят. Понос нет ни у кого? Нет. Благодарю ягоду. Так, третья кому? Показывай. Так, третий, вот. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, третий, Виктория. Сейчас зайду. Агния, третий. Левого не хватает. А что же не раздали слева? Есть, нет. Так, минутку, подождите. Дежурная. Пожалуйста. Лева, берите, сколько надо, ешьте. Это что твое? Я же это ела. Третье. Подождите. Так. Подожди, закрывать что-то не надо? Чай. До кого стоять кружку? Компот, не хочу компот. Я не взяла. Отащи. Давай, моя, я компот не хочу. Компот мне давай. Ну а что, выбирать не будет, что дают, то все же без этого обходишь. А потом воды напьешься. Я тебе говорю, компот, вопросов нет. Ни тебе ничего не просить. У нас есть чай. Ну не будем, не будем, не надо, это путается. Не надо. Если все компот, а я не буду помогать, ну не будем, если обойдется. Ко мне переставь, я буду. Степе, отнесите, пожалуйста. Кому? Степе. Степа, ты второе брал уже? А ложку что? Второй раз? Страх. А вот этого делать не надо. Ну я же не знала, что он брал. Не надо. Вот видите, не делайте этого. Второй добавки никогда не будет. Прислушайся, еще я делаю. Так, все, вопрос снят. Так, четвертый, тогда чашку или что? О, вот сюда. Второе, кто не делает? Вы видите, путь они сами создаете. Нигде этого нет. Ни в армии, ни в монастыре, нигде. Дается всем одинаково. Никто не выбирает. Ни в заключении, нигде этого нету. Так, это сейчас чашка. Заключение.
Тарасик, третье. Не усложняйте себе жизнь. Прихоть ищет своенравный, говорит, восстает против всего умного. Третье. И мне еще что-то. Ваня, это и есть четвертое. Так, третье, Ваня. Ты чай просишь? Так, Степина запуталась это. Второй, возьмите. Там нужно слушать. Так, Степе выделить надо. Добавки второго никогда не было, ни третьего, ни четвертого. Добавка только первая разрешена. Только первая. Все на этом. Ну можно раздать это, докушать нужно. Дело ваше, я сказал как, а дальше вы делаете сами. А после этого хватайте за голову, я не могу ничего справиться. Я вам говорю, армия миллионная, нигде никаких прихотей. Монастыри, тысячи монастырей, нигде никому. Один охватали, все. В заключении, тысячи людей сидят, миллионы сидят, и никому выбора нету. Что дали, то, говорит, бери, жри. Так? Я показываю, как надо, а вы же делайте, как хотите. Спасибо. Так, это кому? Вот это зря делаешь, сама носишь. Ну вы не видели, что... Я не видел, я... Вы потому что... Отнесите не Никите, а это Степе. Ой, я не хочу, я... Вы уже ел второе, давайте нету. Вы же сказали, можно отдать. Делайте, как хотите. Я не говорил, что отдать можно ему. Я говорю, на другую посуду надо. Так, это кому? Что это, Вы расповадили, он просит второго, и сразу запутали, все сбили. А ты говоришь, больше никогда второго не будет. Первую добавку. Больше ни на счет добавки нету. Вот, смотрите. Так, третье. Одну чашку. Галя, мне чуть-чуть. Капельку совсем. Подождите, я стёбочку уже, у меня уже сколько. Чуть-чуть, так, нет, чуть-чуть. На будущее запомните. Запомните все. Добавки никогда не просите, на другие, только на первое. Чуть-чуть. Марина. Третье нет, пока второе не закончили. Закончили, тогда идет второе. Следующий. Так, кому третье не дали? Третье нету? Да нет. Все ему надо закрыть. Ласка, но... Я спрашиваю про третье. Это наелось? Все. Третье кому не дали? Третье кому не дали? Все. Еще не было. Все? Все? Все. Надеюсь, везде только исполняйте, как я говорю. У вас опыта никакого в этом вопросе нет. Затем, что я делаю, стоят тысячелетия, миллионы людей. По-другому никогда не было. Тарасик, чашку взял. Куда включил порядок монастырей? Пахоми, Антония, Василий Великой. Ни один устав не предусматривает другого. Так, могу с рукой? Так, тебе что нужно? Первый не доел еще. Видишь какой? С чашкой будешь ходить до вечера. Видишь, как он придумал. Он сам себе, уже вы знаете, допустили его до этого, дальше уже вам не справиться. Он будет веревки видеть из жены, когда выйдет. Она никогда ему не угодит. А где Наталья? И... Она вышла на 2 минуты. Ну ладно. Да не ж, чашку никуда не будет оставлять. 2 ложки, да и дайте все. Ну что ты строишь из себя? Вылезти за стола. Вась. На, допивай, ставь чашку, ты будешь ходить до вечера. Вот так выходи с чашкой, не выливай ничего. Пособочку. Так. Ходи с чашкой, не думай вылить. Даже спать. Вы видите, как он все время косоротится. То не так, то не так. Смотри, сколько лет. Все до одного сели. Первое, второе, третье. А ты сидишь показать, что ты личность. Ты не личность никакая. Просто капризы строишь. Смотри, прольешь, пол будешь мыть. Обращаю внимание, вы сначала развращаете, а потом знаете, что делать. Вы видите, как он каждый раз выламывает эту пищу. За эту пищу миллиард людей сегодня бы поклонились в ноги.
У них ничего нету, совершенно. Одни кости. А здесь третья, четвертая. Так, четвертая, что это защищает? Яблоки где? Ну, у нас ягода была. Я говорю, да, дальше яблоки. Яблоки ужином не едят. Вы даже не знаете. Яблоки едят утром или в обед. Знаете, скажите, что быстрее пропадет? Вот это или яблоки? Что быстрее пропадет? Может оставить, и то ни другой не пропадет. Яблоки привезли, мы столько сорвали. А яблоки уже здесь портятся два дня. Яблоки отдать сейчас. Иначе это одни гнилушки останутся. Ты приглядывайся маленько, не ломайся. У тебя на лице просто написано такое презрение к этой жизни. Все не такие, один ты такой. У тебя взгляд, поворот головы, все говорит, что ты недоволен. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Всем доволен. Всем доволен. Ему легко жить. Он не революция не будет делать ничего. Одет за понюшку табака друг друга продают. Люди, которые вот это выламываются, у них ничего нет, у них все будет отнимать. И он начинает по помойкам ходить и зовут их крысы. Все. И ломать тот порядок, который вот установлен. Первое, закончим, и каждый спрашивает, тебе что нужно. Второе, всем одинаковое. А он не будет. Не будет, пусть сидит, ждет третьего. Повторяю, во всех монастырях такой устав, во всех армиях, во всех запрещенных местах, там, где есть организация. А где организации нет, он ничего и не имеет. Колпачки нужно достать. Где колпачки? Для дежурных, чтобы были колпачки. У нас колпачки на что-то прошлом году еще. Сейчас я принесу. Были здесь. Сколько дней нету. Сейчас поблагодарили Бога, и 7 минут не играть ничего нельзя делать. Просто сидите, разговаривайте, знакомьтесь. Без кирпичей. Плавать, плавать 7 минут нельзя. Потом пойдете. Вон брат Никита сообразит с вами, что делать. Тут что-то уронили, я гляжу. Так, вы где? Обращена. Галя сказала, что Володя их унес, он принесет с обеда. Уже она сказала, не нужны, потому что девочки все в косынках, а мальчики не обслуживают. Вам не надо это знать. Колпачки должны быть, это все. Хорошо, зачем сейчас принесем с обеда. Вам говорит мужской голос, вы должны замереть, ни одного голоса вопреки. Жене учить не позволяю, не вас это мужем. Создали подкаблучников, сделайте что. Он копейки еще не стоит, он заламывает уже по большой цене. Ешьте как хотите. Берите все. Здравствуйте, какой радости? Или резаная ваша? С радостью? Не радость. Все с радостью. Так, оставлять только что внутри семечки, где можно защелкать? Вот этот будет. Вот она не хочет, мне ее заставлять? Не заставлять. Кто не хочет, можете не надо, есть. Зачем вы думаете? Это все больше не получите, другое время уже не давать. Один раз сдается. Кто еще не хочет яблоко? Ты брал одно яблоко? Ты брал яблоко, нет? А где яблоко? Ты уже сел? Он отдал Ване. Ну все нормально. Прощай, как у вас, я не знаю, это компот даете. Что-то спрашиваю, четвертое или какое-то? Ну пусть будет четвертое компот. Трудно звать, они выпили, все уже дали. Компот не съели. Так, кому компот не дали? Чего уже, да, пирог съели. А почему вы компот не даете с пирогом? Вот они съели сухой пирог, а теперь компот подавали. Почему я не говорил про это? Давали бы. Вы наливаете компот хотя бы и сразу. Мы всем налили компот. Я не говорил этого. Кому я говорил, что не наливайте? Ну кому-то вы сказали поставить кружку, сейчас вот это раздадим. Да кому я, ну поднимите. Кому я сказал, пока не отошли? Кому я сказал поставь кружку и прочее? Никого нет, выдумка. А выдумка. Да не выдумка, Ване вы не дали, я пошла и дала ему сама. Ну нету, нет никого. Ну хорошо, нет. Зачем придумывать-то? Так. Че, Вань, не было? Не было. Сидишь, молчишь. Я не понимаю, в чем дело. Понимаешь, в чем дело. Вот так нужно обслуживать. Просто понятно. Я говорил, вам этого не надо делать. Установите этот порядок. Да не меняйте.
Компот наливайте сразу, раз вопрос от него возник, сразу больше не возникнет. Мы всегда наливаем сразу, Ване не хватило возникла, компота. Возникла шероховатость, сразу устраняется, наливайте. Пусть выпьет, и дальше больше ничего нету. Выпьет, первый, второй, третий, сзади выйдет. Больше не надо менять еще. Раз не додали, сказали... Я ничего не понимаю, что вопрос, нельзя добавку компота. Вопрос решается просто, налить, я сказал, наливайте заранее. Мы наливаем, он все. Попросил добавки компота. Нельзя нету, что ли налить? Нельзя нет. Налить? Никому нету. Как нету? Вы всегда разрешали давать добавки. Дети досыта едят у нас, так, мы даем добавки. Так, вы со мной или что? Нет. Выполнять? Да, да. Нет, просто... Выполнять, вы... больше ничего нету. Из-за этого возникает, а одному больше, другому меньше, ровно дали. Никто не возникает. Мужчинам, которые работают, больше потеют, взрослые, им дать. А ему не надо. Меньше вообще не давать, потому что он карасем делается. По постели плавает. Нельзя смеяться. Тихо. Ну не надо. Я говорю то, что есть. Это не надо. Сказали меньше жидкости, значит меньше. Все. Яблоки можно доесть потом. Можете взять с собой из-за стола. Это такая еда. Если возьмут с собой из-за стола, потом не удивляйтесь, что будут валяться огрызки. Да. Нужно все съесть здесь. Так огрызки будут валяться? Или конечно, нет? Будут. Давайте спросим. Буду. Кто не доест, огрызки бросит? Он и сейчас он огрызки не доел, в карман дошел, выбросил. Кто выбросит яблоки, а огрызки не доест? Это чей вкусный? Это нет, я положила в тарелку. Ну нет, ничего, все нормально. Я не буду придумывать, выбросит или не выбросит. А как же прогляд вперед? Так, теперь вот эти вот урющенки-то поделить ровно. Сколько? Посчитали? Ну дать сколько? Штук по 10. Чтобы зерна не лежали на окне. Оставлять от яблока только семечки и бутылек. Все остальное съесть. Все. Где возникает самое малое недоразумение, устраняется очень просто. Не делать этого, не делать, отошло. Игнатий Тихонович, дорогой, у нас не возникло ни одного недоразумения. Да. Я не знаю, на какой почве вот это недоразумение. То, что один раз вам не подали. Вот это вот что? Недоразумение. Компот. Что? Рося не пьет компот. Компот. Налили, больше не наливайте, запомните. Пей воду. А это Наташа. Наташа сейчас придет. Все, это кто? Не, ты не ела. Да? Все, проси не давать. Все кончилось, вопрос снятый. Как интересно, на ходу придумываете, деточка. Сказали мне, значит, все послушание, дороже всего. Так, кому не подали первое, второе или третье? Все обслужили. Накушали все. Так, поднимайся за стола. Яблоки берите с собой в руки. Яблоки с собой не бросать. Съесть всю до корешка. Тише. У тебя под носом что-то яблоко висит у нас. Под носом? Вот такая. Потом кисель подберите здесь. Первая палатка там есть, это накрыть. Господи, слава тебе. Боже всемогущий, хвала тебе. За все твои милости и щедроты благодарим тебя. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Знаете что? Придется палатки убрать. Закрывать не надо. Кошка царапает. Рыжая. Здесь сейчас я... будет рыжая. Если будет рыжая, она царапает. Ну, может быть это отогнать. Дело в том, что она не туда попасть, кошка не может, мышам раздули. А мышка она в любом месте залезет. Да, да, да. Главное кошке сделать проход. Да. Ваня, ну что ты перешагиваешь? Ну где-то маленько вынесите в другое место. Так, все. Отдыхайте. Даешь себе здесь, никуда не уходить. Даешь себе, давай поделись. Спаси Христос, спаси Господа, Грущи, мощи, мощи. Если будете. Это сверхобжорство. Нет. Но ты не чешись, все иди. Наливаю вам суп? Да, давай. Так, иди сюда. Я сказал с чашкой ходить. Я тебе не говорил ставить ее.
Зачем ты это делаешь? Для этого вот это. Это инфаркт, а не чашка. Два глотка. Чашку половину дали, и ты начинаешь выкобениваться сидеть. Характер выработал, да? Илья. Это гнус. Попроси, чтобы... Какие бы люди не были, смотри, такого никого нету больше. Попроси прощения, если я сейчас ем. У нас ни свинья, ничего нет, пища благословенная, ешь. Что ему дать? Он хочет сейчас съесть. Что есть? Съесть суп сейчас хочет. Ну не отпускай, съешь, тогда чашку поставишь. От 11 разрешают, больше не будет позволено. Будешь чашкой, сюда передаешь. Ешь с молитвой и гуляй. Третье. Первое, второе, третье. Три раза и все. Окей. И десертик какой-то. На лучшую.